Папа Римский призвал все страны мира к защите планеты. На общей аудиенции, транслируемой из библиотеки Апостольского дворца Ватикана, понтифик посвятил свою молитву 50-му Всемирному дню Земли. Этот день является благоприятной возможностью с новыми силами охватить наш общий дом любовью. Из-за эгоизма мы не справились со своей задачей хранителей Земли. Планета подвергается загрязнению и разграблению. Под угрозой сама наша жизнь. В Индии воздух очистился настолько, что жители северного штата Пенджаб впервые за 30 лет увидели горный хребет Гималаев. На расстоянии были 100 километров. Это необычные времена. Заводы закрыты, строительство не ведется. А поскольку мы не путешествуем, на дороге нет транспортных средств. Естественно, из-за этого уровень загрязнения значительно сократился. Пандемия коронавируса стала хорошей новостью для большей части дикой природы мира. Из-за того, что люди остаются дома и меньше путешествуют, животных можно увидеть в непривычных местах.